Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Низкое атмосферное давление ожидается в Москве на следующей неделе. Как сообщают на портале Метеоновости, предстоящая неделя в московском регионе пройдет на фоне пониженного атмосферного давления. Так, 3 февраля давление может достигнуть 722 мм ртутного столба, что на 25 единиц ниже зимней нормы. Во вторник, 4 февраля, через столицу пройдет холодный фронт запада, после которого давление повысится на 5,8 единиц. В среду, 5 февраля, будет продолжаться слабый рост атмосферного давления. Таким образом, уже в четверг значения будут постепенно приближаться к норме 737-740 мм ртутного столба. На этом у меня пока все, а больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!